Мы прибыли к большому сидящему будде, к Бировелле. Один из самых высоких будд сидящих находится, который на Шри-Ланке. Его высота 48 метров. Злобный петух. Вот он, Будда. Там живой слоник есть. Руки и петухи. Парковка внизу, буйвол. Так, пойдем дальше. В самого Будду можно войти внутрь. Здесь несколько этажей. Пойдем посмотрим, что внутри. Двери. Какой-то еще. Это первый этаж, и все. Вот сейчас мы пойдем во второй вход, который дает подняться вверх. Тут тоже двери такие древние. Большой зал. Большие барельефы.
пойдем наверх, посмотрим, что там. Остальное это уже закрыто. Ну, вот как-то и все. Так, вот мы вышли из залов. Будда сзади. За ним находится храмовый комплекс. Мы обошли храм сзади. Здесь люди молятся, подношения делают.
такой вот храмовый комплекс при большом сидящем Будде.